Многим аквариумистам знакома беда, когда их аквариум буквально захватывают и давят массы улитки, катушки, физы, мелании. В связи с этой проблемой было придумано масса способов борьбы с злосчастными захватчиками, начиная от извлечения руками, постановкой ловушек и заканчивая химией. А мы предлагаем простой и эффективный способ борьбы с вредными улитками. Представляем вашему вниманию улитку-хищницу Хелену. Она за небольшие сроки истребит всех нежелательных моллюсков в вашем аквариуме. А если в вашей голове созрел вопрос, а как же рыбки? Спешим ответить, нет, ее добыча – это другие улитки. Хелена яркая и красивая улитка, но не обманывайтесь ее миловидностью, так как она с особым цинизмом расправится и с катушкой, и с меланией. Приобретать Хелен лучше от 3 штук, так как, во-первых, они улитки разнополые, и если хотите дождаться от них потомства, в многочисленной группе повышаются шансы того, что вам попадутся особи обоих полов. Во-вторых, Хелена предпочитает охотиться на своих жертв группами, так как они действуют эффективнее. И если у вас возник еще вопрос, а вдруг вместо катушек у меня расплодятся еще хелены, то мы вам ответим, что хелены размножаются намного медленнее, и с момента откладывания икринки до момента, когда вы увидите малыша хелены, пройдет около полугода. Поэтому можно сделать вывод. Хелены – это очень интересный и полезный выбор аквариумиста. Помимо того, что улитки красивые и за ними интересно наблюдать, так еще и приносят огромную пользу вашему подводному миру. Хелен вы можете приобрести у нас в магазине акварий по адресу Ленина 141.